Болгария открывает свои границы для граждан Украины 16 июля. Дорогие друзья, приветствую вас на канале International, где мы делимся с вами наиболее актуальной информацией об эмиграции. Это видео посвящено замечательной новости, связанной она с тем, что Болгария открывает свои границы для граждан Украины 16 июля. Данная информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Болгарии днем ранее, 15 июля, в приказе Минздрава за номером РД-01405, пункт 2. Юристы компании International связались с Министерством здравоохранения Болгарии, а также с пограничными службами и подтвердили достоверность информации. Итак, граждан Украины, граждан стран Европейского Союза, а также Шенгенского пространства, Британии, Канады, Австралии, Грузии, Туниса, Марокко, Японии и других стран отнесли к категории исключения. Представителям этих стран отныне разрешен въезд в Болгарию. Кроме того, согласно пятому пункту того же приказа, категория исключения освобождается от обязательной 14-дневной обсервации по приезду в Болгарию при наличии сделанного за 72 часа до выезда в Болгарию теста на отсутствие коронавируса. Итак, это означает, что Болгария откроет свои границы и для других стран СНГ уже в ближайшее время. Поэтому те из вас, кто планировал лично прибыть в Софию для подачи документов в ДАБЧ, либо же ожидал открытия границ для того, чтобы забрать удостоверение о болгарском происхождении и начать оформление ПМЖ, либо же уже нужно было бы забрать указ о присвоении гражданства Болгарии, могут смело связываться с миграционными специалистами компании International, приобретать билеты на самолет, поезд, автобус и смело выдвигаться в Болгарию для того, чтобы решать свои вопросы. Контакты для связи с миграционными специалистами компании вы найдете в описании к этому видео. Меня зовут Александр Самойлов. На этом у меня для вас все. До новых встреч. Скоро увидимся.